Бучан, родимый край, край талантливых музыкантов и певцов. Земля здесь словно засеяна музыкой, песни льются с небес. Карабах называют колыбелью музыки, консерваторией Азербайджана. Vatanımdır vatanım, vatanı sevmeyen insan olmaz, ayrılmalı, ayrılmalı. Vatanı sevmeyen insan olmaz, olsa da şahsa vicdan olmaz, ay ay dadi bey, ay ay aman ey. Sen beni köksümde çarpan ürek sev, ben seni köksümde küçük bir zerre. Bana kanat veren adı ürek sev, adına yazına vatan derim çöne, adına vatan derim ey ay tadı bey, ay ay dermen ey. Старинные мугамы в его исполнении обретают новую жизнь. Детскому ансамблю «Карабахские соловьи» всего 6 лет. Ансамбль юн и по возрасту его исполнителей. Самому младшему 9 лет. Но, несмотря на это, ребята довольно быстро завоевали известность не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Они лауреаты Всесоюзного фестиваля «Русская зима» и Международного детского фестиваля «Пусть всегда будет солнце». Таджир Алахвердиев, ученик 4 класса. Выступление на сцене Большого театра явилось первым серьезным испытанием для Изахата Джафарова. Назим Зейналлы. Раньше он пел только для себя. В поле, у реки.
В семье Ильхамиза все поют. Возможно, поэтому он пришел в ансамбль уже настоящим певцом. Мастеров прославила твоя земля: Узира Гаджибекова, Джабара Карьягды, хана Шушинского, Рашида Бейбутова, Бюльбюля. Юные герои нашего фильма «Карабахские соловьи» достойны продолжатели этой славной традиции. Покорил Сайгах, забыл. Говорят, ты печален, Мугам, непобедимый ты воин, Мугам, острый меч в народной борьбе. Песня, рожденная в Карабахе, покорила сердца любителей Мугама в Баку, Москве, Болгарии, Германской Демократической Республике. Доброго пути вам, юные певцы!